Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, что это за такое у меня чудо в гаражах, в гараже. Но сначала давайте я поставлю градусник, пока буду рассказывать. Посмотрим, как температура изменится. Смотрите, сейчас 15 градусов показывает. Это у меня в гараже. Градусник взял из гаража. Вот. Поставим на подачу. Вот, в трубе. И теперь я расскажу, что это такое. В общем, это солнечный воздушный коллектор. Состоит из пивных банок, покрашенных в матовый черный цвет. Вот, здесь их около 200 штук. Склеены между собой силиконовым герметиком. Вот, здесь оргстекло и утепленный корпус. Здесь пенополистирол внутри, обшит, покрыт алюминиевой фольгой, а здесь обычное дерево. Сверху и внизу воздушная камера. Здесь внутри просто воздух, соединен нижняя и верхняя часть, напрямую соединена с гаражом. Вот, выходит труба сверху и снизу. Я поставил вентилятор, который используется в вентиляции, чтобы гнать воздух, чтобы он изнутри воздух брал, снизу подавал, наверх теплый воздух. То есть холодный воздух проходит через вот эти банки, нагревается солнцем, и сверху уже выходит горячий, теплый воздух внутрь помещения. Целью вообще создания такого чуда, солнечного коллектора, было проверить, вообще в наших широтах работает альтернативная тепловая энергия или нет. Вот. Достаточно ли солнца, нашего солнца, для отопления, скажем, там дома или гаража, или мастерской. Ну что могу сказать? Когда солнце есть, вот сейчас вот солнечно, сегодня у нас сейчас третий час, 1 мая. В принципе, греет довольно хорошо, но когда солнца нет, и особенно зимой, такая штука не работает. Естественно, это солнечный коллектор, он работает от солнца, но и зимой, когда солнца нету, он не работает. Но когда солнце есть там около горизонта, его тоже недостаточно, солнечной радиации совершенно недостаточно, чтобы нагреть банки. Ну давайте, немножко времени прошло, 3,5 минуты, проверим, как, сколько градусов. Вот 35 градусов уже. Сейчас еще подержим. Здесь у меня стоит небольшая автоматизация, вентилятор подключен к сети 220 вольт. И он включается с помощью термодатчика. Там стоит термодатчик КСД с температурой включения 30 градусов. Сейчас я вам покажу. Вот я его сюда зацепил. Вот он, видите какой? Вот такой вот датчик. Это как просто выключатель, можно сказать. При нагревании вот этой головки, до 30 градусов, внутри контакты замыкаются и включается вентилятор. Вот. Такую штуку я поставил себе на систему отопления, которая автоматически включает циркуляционный насос. Так, что-то я не нахожу. Вот, нашел.
Вот, ну что я могу сказать? Стоит нет вообще заморачиваться такой штукой. Не знаю, по мне овчинка выделки не стоит. Вот слишком муторно. Слишком муторно клеить вот эти банки. Делать сам корпус. И чтобы получить тепло, начиная с мая месяца, когда в гараже, в принципе, и так уже тепло. То есть ворота открыл, прогнал воздух теплый, и он так и так нагреется. Так что думайте, как бы сами, нужно кому-то или нет вот такие заморочки. Но ради эксперимента я вот сделал и убедился. Вот. Ну, вроде как-то все. Я вот подумал еще, если много таких поставить, допустим, на дом или куда-то там в мастерскую, будет ли греть. Ну, я думаю, что особого эффекта не будет, потому что, повторяюсь, у меня цель была узнать, работает ли такая система зимой. Зимой я бы сказал, что просто недостаточно света, солнца, и у нас это не работает. Сам коллектор, он работает без проблем, тепло дает, очень хорошее. Можно его, кстати, использовать, в принципе, летом воду греть каким-то образом, там трубы провести, что ли. Тоже как вариант. Такое люди делают. Но я думаю, заморачиваться я уже не буду. По идее, вот верхнюю трубу нужно спустить вниз. Вот, по-хорошему, да, чтобы теплый воздух уже циркулировал и поднимался наверх. Вот. Ну, я уже заморачиваться этим не буду. Пускай стоит, как есть. Ну, все. Всем пока. Друзья, еще дополню видео. Я вот сейчас выключал. Вентилятор выключал. И проверил, сколько достигнет температуры там внутри коллектора. И температура у меня была около 47 градусов. Вот сейчас я еще покажу. Вот. Сейчас уже упало немножко. 45. Вот. Было 47. То есть, когда вентилятор постоянно работает, воздух внутри не успевает нагреваться. А так, если выключить вентилятор, там воздух постоит, может нагреться хоть и до 60, я думаю, и до 70 градусов без проблем. Вот. Вентилятор много не кушает. Он сейчас вот 20, около 20 ватт. Вот. 20 ватт. Если термодатчик поменять на 50, на 40-50 градусов, то он будет реже включаться. При достижении температуры там 50 градусов тогда и будет. Сейчас там температура постоянно 30 градусов. Ну, не меньше 30, потому что датчик на 30 градусов, и он постоянно работает, вентилятор. Вот, вроде все.